там принеси мне вот этот тяжеловатый мяч, где поролон там искать. Этот? Нет, другой. Там еще один тяжелый. Ел. Да, сейчас. Образовали круг. Один сюда садится, один туда. Один туда, один туда. Сели. Ближе. Ближе, Саша, ближе. Ближе. Так, значит, стоп. Внимание сюда. Миша, стойку. Значит, задача Мишу забрать мяч. Вы сидите на коленях, и передаете... Вы слышите, что я говорю? Вы передаете мяч друг другу. Мяч больше 3-4 секунд держать нельзя. Нельзя держать. Я считаю, раз, два, три, четыре, пять. У кого мячик, у того забирает, тот бегает. Миша, готов? Да. Все, отсюда. Главное, Миша, чтобы ты задел его хорошо. Смотрите, он отбивает мяч, меняет направление. Если сделать чуть-чуть, то... Если выходишь, что трудно засунуть что-нибудь. Еще можно открыть или уже сами. Готовы? Пожалуйста. Есть работа, хочешь? Давай, поговориться можно. Где? Саша, надо бегать, надо стоять. Да. Чтобы там написать Юрий Саша. Для него. Следующий. Стоп, на тему ставить стойку. Значит так, мяч бросать нельзя. Причем надо коснуться. Если коснулся мяч, то оставляешь и убегаешь. На лифте с мячом. Понятно? Да. Бери мяч в руки, Миша. Бежишь, коснулся того, оставляешь мяч и убегаешь. Тот с мячом должен бежать за следующий. Паша, пошел. Раз, все. Теперь ты водишь. Убегай! Я приехал. Ну, отрезал. Бросать нельзя. Не бросай. Стоп, Миша, почему ты стоишь? Куда встань? Я Сашу хочу. Ну и что ж ты хочешь? Тогда игра интересная. Ты должен убегать. Дай как или мне. Еще раз выйди отсюда. Надо убегать. Я хочу, тогда не игра получается. Отсюда. Стоп! Сейчас я по-другому сделаю. Так, дай Катерине мяч. Катерина, у тебя одна минута. Кого? Кого дотронулся за мячом, тот идет ко мне. И все, кто будет здесь, будет 15 раз.
приседать. Тебя минута. Так, беги и бегай дальше, ко мне. Вот так, встань. Саня. Нет. Матея. Отдыхаете 7, 15 приседаний. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5. Взял мячик. Дайте ему мяч. Стали. Ко мне. Готовы? Так, у тебя есть 30 секунд. Так, ушел. Нет. Отдыхаем, я сказал, да? Что у вас? Что я сказал? Я что сейчас сказал? Так, раз, два, мат берет. А ты 15 раз просил? Нет. Приготовили, встали. Максимум цены платили. Так, вот смотри внимательно. Иди сюда, я тебе научу. Джек! Стоп! Боля! Стоп, Саша, ты не делай так. Хорошо. Нет. Секунд осталось. Кто Мишу поймает? Дам рубль. Можно я? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, шапка, шапка, оп, uno, dos, tres, cuatro, cinco, Сашу, запири мяч. Так, если, Саша, если ты всех все будут по 50 раз приседать. Как 30 секунд. Да. Раз.
два, трое осталось. Нет. Три. Нет. 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 Есть. Ой, Лиза! Петли отвлекаем. Чейпоинт. Чейпоинт. Кого наказать? Абай. Я же сказал, что Лиза должна быть завязана. Что? Бежите, сейчас что не потеряете? Пять минут. Так, ну Миша, у тебя 30 секунд будет. Сделай так, чтобы они все приседали. Ну, можно мне отдыхать? Нет, я тебе сказал, отдыхай. Я думаю, что сейчас побегаю и сейчас... Не надо думать. Сейчас. Я же сказал, отдохнишь, а потом хорошо бегать. Еще раз, вывод, слушай тренера. Тренер сказал, ты сделал. Тренер же не так просто говорит. А кто вас тренер не будет? Ну, Они же продумали.